Всем привет! Сегодня у нас очередной патруль в CSGO, карта The Mirage, и наш подозреваемый играет за сторону террористов. Так, это у нас уже вторая сторона. Первый минус. Так, какой у нас? Ну, в принципе, как всегда, топовый игрок. Под подозрением. Ну что, смотрим. Как бы ничего подозрительного нет, он не прочекал. Он сейчас как-то что-то наверное. Типа звуковой такой эффект. Обманочка. Минус. Что это было, ёпта. Ладно, опустим этот момент. Пробую через ковры, а здесь походу слив, да, Раша Трамп. Контртеррористы один. Ждет ковры. И, соответственно, он его тоже ждет. Что-то он как-то странно стреляет. Так, ладно, два в одного. Ну сейчас они потащат. Надо посмотреть внимательно. Именно на стрельбу. Я малёха не понимаю, как бы вроде стоит в коврах, но сейчас вернулся, слушает, как бы почему он зигу смотрел, может инфа была. Ладно, сейчас внимательно на стрельбу. Ну что, давай. Сейчас будет А смотреть. Контры уже закупились. Сидят в точках. Ну я думаю, если бы он был бы с ВХ, он бы, ну, пёр бы. Там заходил на точку более увереннее. То есть не стал бы как-то выходить. Я имею в виду то, что если человек понимает, какие позиции заняли противники, он будет стараться как бы, ну, хотя бы как-то их накалить, то есть более увереннее выходить. Конечно, когда ты не знаешь, хрен его знает, он справа или слева сидит, что ты туда попрешь. Если у тебя там нет аима, и ты его не хочешь показывать, ну, какого-то такого чита, то ты тоже не будешь на рожон идти, потому что тебя спалят. Будешь более-менее выбирать позиции постандартнее, где, ну, минус как бы более вероятнее происходит. Опять его убили. Smoke!
Прям в голову попал. Ну вот давайте, вот этот вот минус вот. Вот, целится на проход. Ушел он за стенку. Странно, странно. Не знаю, я ВХ лично как бы тут особо не наблюдаю, ну, с прицеливанием какие-то у него... Какие-то странности происходят. Так, ну он понимает, один наверху, минус он. Этого он тоже слышит, тоже он, получается, будет наверху. Ну, по идее. Хз, хз. Так, решил, короче... Более нахально. А ну-ка. Ой-ой-ой, типа. Ну его-то ослепило. Там, наверное, сейчас. Вот сейчас, наверное, там стали писать, что ты, короче, там. Тебя не слепит, там все дела. Тут он понимает, инфа есть, что тут где-то там в окне болтается. Какой у него пин? 5. Это, скорее всего, будет последний момент. Сейчас мы посмотрим. Сюда носится, как видите, не палится парень, все четенько. Вот. Получил он, короче, в жбан. Ну что, я не знаю, как бы. Меня смущают некоторые моменты. Давайте так сделаем. Я отложу приговор.
Вы напишите в комментариях, что вы думаете по данному видео, читер он или нет. То есть, ну и если да, то вот что там у него. А им все-таки есть. Ну, ВХ, на ВХ как бы я не заметил, но это вряд ли есть. Ну, вот какая-то помощь в прицеливании возможно. Давайте так, пишите в комментариях, то есть чит он или не чит, и в ближайшие 1-2 дня на основании комментов и своих как бы наблюдений я ему вынесу приговор. На этом я с вами прощаюсь. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч. We'll be right back.